С 1 марта 2021 года в России вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Они вводят новые правила и процедуры, основная задача которых – борьба с нелегальным выпуском диагностических карт. В связи с этим в отделе ГИБДД Ленинского городского округа прошло совещание, на котором обсуждались новые поправки. В нем приняли участие представители администрации округа и отдела ГИБДД, учреждений, имеющих лицензию на проведение техосмотра, и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Цель мероприятия – скоординировать действия всех участников процесса в связи с новыми поправками в закон о техническом осмотре. Сотрудниками ГИБДД технического надзора начнут принимать участие в проведении технического осмотра пассажирских транспортных средств. Кроме того, с 1 марта сотрудники технического надзора возлагаются государственный контроль и надзор за организацией проведения технического осмотра транспортных средств, предметом которого является оценка соблюдения операторами технического осмотра требований правил проведения технического осмотра. Он будет осуществляться посредством мероприятий по профилактике, по государственному контролю, внеплановых проверок и контрольных закупок. В настоящее время на территории Ленинского городского округа ведут деятельность 8 операторов технического осмотра. Два из них имеют лицензию на проведение техосмотра автобусов. Именно о безопасности пассажирских перевозок шла речь на встрече. Главная цель нововведений – борьба с нелегальными диагностическими картами. Очень много в данный момент всяких, так скажем, лжеоператоров, которые не имеют ничего у себя, ни оборудования. И просто, скажем, шлепают, да, вот эти диагностические карты под другими какими-то паролями. Я так полагаю, что с 1 марта, когда все это вступит в силу, наши надзорные функции, я думаю, что мы все это искореним. Помимо жесткого контроля за процессом техосмотра, с 1 марта все выданные диагностические карты будут вноситься в федеральную электронную систему.